Как стало известно, в арбитражном суде округа находится иск «Энергогаз Ноябрьска» о признании НЖСК банкротом. Причиной стали многомиллионные долги управляющей компании перед поставщиком ресурсов. Первое рассмотрение этого дела назначено на 1 июля. Тем временем между компаниями существуют и другие разногласия. Так, на одном из заседаний Совета директоров в администрации города технический директор «Энергогаз Ноябрьска» Валерий Ольхов сообщил, что представители НЖСК не торопятся принимать в коммерческий учет установленные в подведомственных домах общедомовые счетчики. Хотя именно их показания должны были снять давний спор о фактически потребленных населением объемах воды. Нежелание принимать коммерческий учет, создание каких-то безумных комиссий с участием администрации, жилищной инспекции, энергонадзора, то есть вот, ситуация непонятная. График с растяжкой до октября месяца, в принципе, мы 130 домов готовы сдать коммерческий учет хоть сегодня.